Всем привет! Приобрел я электрическую отвертку фирмы Zubar, модель 30E36Li VIX. Red машина, серия. Приходит тут такой коробки картонной, очень плотная, качественная как упаковка. Классно смотрится. Сейчас мы ее посмотрим. В принципе, не особо мне она нужна была, но на странице магазина я смотрел и увидел, что там указано, что она совместима с насадками от фирмы Bosch. Приходит в картонной коробке, пленки на ней не было. Вот такое вот расположение. Это я уже снял с нее. То есть биты, зарядка и сама отвертка. Также инструкция и гарантийная. На русском языке все в покупке, все хорошо. Характеристики, в принципе, у нее стандартные для таких отверток. Напряжение 3,6 вольт, литий-ионный, 1300 миллиампер, емкость аккумулятора 180 оборотов в минуту. Кому надо, можно почитать. Патрон 1,4 дюйма, подсветка рабочего места, реверс, блокировка шпинделя. Уровень звукового давления. В принципе, срок службы 5 лет. Сам вес изделия 350 грамм. Но вот нигде, ни в инструкции, ни на коробке не написано, что она поддерживает насадки от Bosch. Сзади коробки, ну, у нас, в принципе, те же самые характеристики, что я сейчас озвучил. В принципе, рассказывать особо здесь нечего. Расскажу, чем она мне понравилась и чем не очень. Блок питания, по-моему, на 5 вольт, 0,5, 0,7 ампер. Не очень мощный. По размерам, если сравнивать с четвертым Bosch'ом, чуть побольше будет. Вот эта штука, она была вот здесь. Ну, так же, как на Bosch, она закрывается. Реверс. Здесь я, в принципе, вот тоже палец ставлю. Вот единственное, что мне очень понравилось, что здесь есть выемка под палец, очень удобно. Потому что в таком положении даже с моей небольшой рукой не очень удобно. Здесь подсветка. Здесь у нас все из металла сделано, здесь пластик. Пластик жестковатый, но в руке лежит приятно. USB у нас обычная. Micro-USB, не Type-C. И вот небольшие минусы, что мне не понравилось с ней. Так, работать в принципе удобно, по мощности. Похожие характеристики. По-моему, вот это на 5 было ньютон. Ну, в принципе, примерно одинаково. Нету индикатора зарядки. То есть мы не знаем, когда она зарядилась, не зарядилась. Вставляем шнур и не видим. Это очень большой минус. На Bosch здесь зарядка или заряжена, или идет зарядка. Все понятно, все хорошо. Единственное, в этой модели нету входа для зарядки, надо заряжать на подстанции. То есть вот это большой минус. Подсветка рабочей зоны, в принципе, неплохо. Достаточно удобно. Переключение тоже. Но главный минус, мы не видим, сколько мы зарядили и сколько времени. Я пробовал через устройство, там видно, ну, потребляет устройство или нет. Достаточно долгая зарядка, так что, в принципе, вот так по-быстрому, если он разрядился, не получится зарядить. Но самое главное, для чего я его купил, это насадки от фирмы Bosch. За более высокую цену я бы его не купил. У меня достаточно много этих насадок. Какими-то пользуюсь часто, какими нет. У меня 4 штуки, и еще есть штопор.
То есть так же как набор вставляем, и все это работает. Все работает, все держится как и на родной. Ну, здесь более красиво, здесь плотненько прилегает, здесь вот такое. Есть наподобие отвертка. Зубр, другая модель, не знаю, в ней тоже на сайте не указано. Она с таким металлическим колпачком вот этим. Есть ли там вот такой же механизм, который крепит насадки, не знаю. А так все насадки, все рабочие. Справляется с нагрузкой, с такой. Ну, по ощущениям, Bosch лучше тянет те самые насадки. И также приобрел, в принципе, в другом магазине. Ну вот, совсем недавно. Еще одну насадку приобрел. Сейчас мы ее и проверим. Тоже по хорошей цене, со скидкой. Это, по-моему, был официальный магазин Bosch. Гарантийный талон отдельно положили. Это вот такая насадка. Как она правильно называется, не знаю. Типа для розжига углей, поход. Но я ее буду использовать немножко по-другому. Наверное, из всех насадок вот есть еще ножницы. Траву подстригать. Молоть перец. И насадка. Вот такая у меня нет еще насадки. В принципе, это такая же насадка, только она быстро. Ну, не бит вставлять, а зажимной можно вставлять и зажимать по обычные сверла. Ну, вот такая вот насадка. Так она продается от 1200 до 1500. Даже пломба еще есть. До 1500. Ну, по акции вот мне тоже досталось по неплохой цене. Побольше мне было все жалко ее покупать. В принципе, все насадки, что я покупал, были. Даже не думал, что она такая здоровая. Были куплены до полцены, можно сказать. Я вот эту насадку я купил за 800. Да тоже примерно так же 850 рублей. Официальный магазин Bosch на Озоне. Ну, как-то вот она здесь не очень так хорошо держится. Посмотрим, как здесь. За счет, наверное, того, что... Да, вот. Ну, не такая уж мощная получается. Посмотрим вот это. Ну, по ощущениям, что за счет того, что она неплотно прилегает, вот так вот немножко болтается. Ну, примерно одно и то же. Ну, по ощущениям, Bosch чуточку мощнее. Ну, Bosch стоит даже такая модель. Там, пятая. Там, 3,5-4 тысячи. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы. По возможности отвечу. Пока-пока.